Компуктер, компуктер. Часик в радость, верь сладости, коны. Это мое официальное обращение в ООН и лично генеральному секретарю Пан Ги Муну. Господа, хватит, хватит это терпеть. Я уже не могу смотреть на жертву. Господа, в этом мире есть вещи пострашнее, чем голод, чем войны, чем эпидемии различных болезней. Хуже даже, чем каннибализм. Что же это такое? Это, естественно, аниме, которое необходимо запретить. Итак, сейчас мы обсудим, почему необходимо запретить. Давай вот эту херню. Так, у нас есть жертва аниме. Только не переживайте, сохраните спокойствие. Рассказывай, поделитесь с нами, с вашей проблемой. Что случилось? Случилось что? Чуть поближе подойди. Дело в том, что... Чуть да, погромче, если можно. Случилось что, да. Вот так уж произошло. Действительно, я стал смотреть аниме. Да. Крепитесь. Я вас понимаю, дышите. Как мне тяжело. Я выдержу, хорошо. Значит, стал смотреть аниме. После этого сразу же начались проблемы. Проблемы со здоровьем. Покажите. Со здоровьем. Покажите, где именно. Соответственно, подождите. Ну, вообще, проблема комплексная на самом деле. Дышать стало тяжело. Почки отказывают. Вся мочеполовая система, и что? Все ниже и ниже дрейфует болезнь. Самое страшное, вот именно нижний дрейф был, он вообще максимальный. Самое грустное и роковое у меня уменьшилось. Пиписька. Господа, Пан Ги Мун, посмотрите на слезы этого человека. Так, подожди. Расскажите, пожалуйста, о ситуации с вашей потенцией. С потенцией очень все печально было на самом деле. Вы еще говорили, что женщины как-то перестали, вы охладели. Да, охладели, это мягко сказано, если можно что-то описать о том, как я охладел. Ваш сексуальный вектор, он Вектор, он просто превратился в параболу, это уже не вектор. Он просто уже никуда не стремился, кроме как вниз. Ну, только вниз. Я понимаю, только вниз в ад, но вы еще, ну так, по секрету можно рассказать нашим слушателям. Но... Переадресован куда? На зверей. Моя сексуальная энергия перешла в другое русло. Да. Вы стали любить турникменов? Ну. Не надо, я понимаю, тяжело. Итак, Андрей, пожалуйста, сохраните спокойствие. Я вижу, как вам тяжело. Расскажите, пожалуйста, как вы вылечились? Наконец-то, как вы перебороли себя? Расскажите нам, поделитесь. Хикан. Поближе, пожалуйста. Хикан, было тяжело, скажу. Что честно. Вас спасло? Да как бы не назвать это спасением даже, но, смотря, конечно, как сравнивать, но я все же поделюсь своим опытом. Как говорится, клин клином вышибают. Я начал смотреть отечественные фильмы про ментов, про воров, различные мыльные оперы отечественного производства. Тут главное подчеркиваем. Да. И что же случилось дальше? О зэках вы мне говорили. О зэках, да, о зэках. Воровские понятия. Соответственно, да, все вот эти тематические всякие композиции. Сериал должен быть главный отечественный. Да, сериалы. Да, вот это, кстати, ключевой, Хикан, ты правильно заметил. Сериал должен быть обязательно отечественный. Обязательно, Хиканы. Ну, ты заметь, просто вся эта наша... духовный эгрегор создается в противовес этой бездуховности, той абсолютно анимешной. Абсолютно верно, да. И этот клин изгоняется, да, нашим духовным. Совершенно клином. Верно, да. Да, поэтому, ну, хиканы, понимаете, главное, не нужно, нужно и выходить из-под влияния этого эгрегора. То есть, будьте сильнее. Значит, и смотрите отечественные сериалы про воров и ментов. Просмотр этих сериалов, кстати, вот касательно моей проблемы, да, после просмотра большого количества сезонов отечественных сериалов про ментов, значит, моя пиписочка, она опять же увеличилась на те же 4 сантиметра, что уменьшилась. И плюс я заметил вот буквально недавно, интересный момент, каждый просмотренный сезон любого отечественного сериала про ментов, про воров, Про зэков, да, увеличивает вашу пиписку на 0,5 миллиметра. Каждый сезон, хиканы. Итак, это было наше официальное обращение в ООН и лично Пан Ги Муну. Итак, господа, давайте отбросим все. Давайте на минуточку хотя бы забудем о войнах, о
голоде, о болезнях, о каннибализме, о чем угодно. Нам, у нас теперь только один враг, и это аниме. Спасибо, будем пробовать, будем стараться. Хиканам на заметку, спасибо вам большое, что вы были мужественны, что вы не постеснялись, поделились. Хикан, я только, чтобы помочь людям. Спасибо, чтобы помочь человечеству, побороть этот недуг, побороть это зло. Недуг, спасибо это вам зло. Большое, спасибо. Не Хикан, каждый... тебе спасибо за поддержку, если б не ты, я б не смог бы просто пережить этот кризис. Пожалуйста, наш канал всегда помогает людям. Да, спасибо вам. Компуктер. Компуктер. Компуктер.